Здравствуйте, уважаемые эксперты и участники конференции. Меня зовут Попова Аурика. Меня зовут Пухова Юлия. В настоящее время не так-то просто найти позитив и вдохновение для творчества. Данная ситуация в мире задала свои задачи и правила. Выход из зоны комфорта оказался непростым для всех людей. Мы попытались в данной коллекции внедрить формы материала, комфортные для наших современных условий. Актуальность темы создания коллекции, сохраняющей традиции национального костюма в сочетании с тенденциями современной моды. В данной коллекции были использованы натуральные хлопчатобумажные материалы. Коллекция создана для практического использования. Целью работы является создание коллекции одежды для подростков с этническими мотивами. Задачи. Изучение теоретических вопросов по технологии изготовления традиционных изделий. Разработать исследовательский и технологический этап проекта. Рассчитать себестоимость изделия. Изготовление коллекции с использованием приобретенных теоретических, практических знаний и умений. У нас возникла проблема создания коллекции с этническими мотивами сая. Важно, чтобы эти вещи можно было носить не только с удовольствием, но и чтобы эти вещи были эксклюзивными и сделанными своими руками. Поэтому решили посоветоваться с педагогами конструирования и моделирования изделий. Они предложили нам сделать стильную коллекцию, которую можно носить в повседневной жизни. Представляем вам коллекцию сая. Модель Даяна. Вся концепция коллекции состоит в простоте кроя, применении натуральных материалов и многофункциональности моделей. Любую модель можно комбинировать из коллекции или из масс-маркета. Данная модель состоит из двух частей. Верхняя часть, как распашонка с фиксирующимися довязками по бокам изделия. В коллекции есть многоразовые маски и перчатки. Модель Саяко. Короткая широкая блузка с кокеткой повторяет форму якутского холодая. Одеваем широкой юбкой с подъюбником. На модели деталь сошит декоративная отделка, что придает модели особый шлейф из запаха трав, лета и солнца. Одеваем с актуальной панамкой. Модель Кюнней. Эта модель состоит из блузки и юбки. Чтобы придать монументальность модели, мы выбрали широкие рукава с фигурными краями. Низ рукава узкий, асимметричная юбка, расширяющаяся к низу с широким поясом косого кроя. Мы создали коллекцию сая в стилизованном национальном стиле. В ходе работы мы научились очень многому. Изучили традиционную национальную культуру родного края, природному цветосочетанию, моделирование одежды и рисовать эскизы, выполнять технологическую обработку изделия. Наша коллекция имеет неразрывную связь с родной природой и культурой. Спасибо за внимание.